слава богу, не пострадали дети. В общем дело. Поэтому, как бы, если бы дети пострадали, я думаю, это было бы гораздо более резонансно и дай бог все, что отвело все. Вот. Ну, в связи с тем, что сейчас, вот буквально вчера на комиссии переговорили и обозначили сегодня на 12 часов именно демонтаж остатков сцены, так назовем ее, и ее складирование с последующим ее восстановлением. Поэтому вот обеспокоенность, она, безусловно, у меня есть по причине того, что она, во-первых, лежит в таком неприятном виде, во-вторых, там гвозди, шурупы, саморезы, которые просто могут повредить ребятишке ногу. Поэтому, безусловно, это надо срочно убирать, демонтировать. Николай Николаевич, у меня еще вопрос. Это ваш округ. Я знаю, что вы пристально следили за тем, как здесь выполнялось благоустройство. И вот сегодня, когда вы видите вот основание под сценой, саму сцену, вопросы какие-то возникают? Да, безусловно, вопросы есть. Вопросы есть, ну, и к управлению городским хозяйством, и, наверное, и к самим исполнителям. Вопрос... Ну, я думаю, что вообще эта тема сейчас, наверное, станет, ну, наверное, одним из факторов разбирательства. Почему? Потому что сам факт установки сцены, наверняка есть определенные нормативы, по которым это все должно было быть сделано. Соблюли эти нормативы при строительстве или не соблюли? Это вот как раз есть компетентные органы, которые будут в этом деле разбираться, и я думаю, что дадут определенную правовую и да, правовую оценку этому вообще объекту, так называемому. Вот. Насколько я знаю, в проекте сцена была предусмотрена, проект был эскизный, вот, сцена была предусмотрена, знаю, что цена данного объекта там была очень большая, соответственно, я думаю, что она должна была охватить и предусмотреть все этапы строительства, начиная от фундамента, заканчивая всем строительством этой сцены. Ну, выполнили, почему не выполнили именно крепление сцены к земле, вот это не совсем понятно.